Всем привет! Вы на канале 4 туриста, мы никуда не пропали. Мы просто переехали в Неваду, в Лас-Вегас. Здесь тепло, хорошо, у нас много новостей. Муж отучился на CDL, пока что не перевозит машины, перевозит просто груз. Вот, поэтому сегодня такой коротенький обзор. Покажу вам, наш бассейн, нашу джакузи. Вот. В дальнейшем выложу нашу квартиру, наши апартаменты. Все расскажу, все покажу. Ну а пока что смотрим наш бассейн. Собственно, вот так вот выглядит наш бассейн. Вот так вот выглядит примерно наш дом. Дома все одинаковые. Чаще всего в бассейне мы одни. И это вообще просто шикарно. На территории 42 дома. В каждом доме либо 6, либо 8 квартир. Дома с гаражами. Двухэтажные. Дома трехэтажные. Есть одноярусные, есть двухъярусные квартиры. Вот такой вот шикарный бассейн у нас. Здесь вот детская зона. Детки у нас играют, купаются. Платону 5 лет, Роберту год и 9. Они оба ныряют, плавают, вообще шикарно. Вообще здорово. Иногда надо помогать. Опа! Роберт, тебе нравится в бассейне? Роберт? Роберт? Нет? Говорит, что нет. Платон, тебе нравится в бассейне? Да. Да? Да. Скажи, супер, да? Супер. Учится нырять вместе с маской и с трубой. Ну, уже что-то получается. Роберт тоже купается во все. Да, вижу. Труба, да. Там у нас зона барбекю. Здесь вот такая зона отдыха. Невада, конечно, очень жаркий штат. Очень жаркий. В июле было 46, но, кстати, переносится очень легко, потому что погодка такая, что пустыня, ветерок, хорошо, ну, вообще супер, да, погода очень довольна. В Майами нереально влажно, насекомые какие-то, комары, мошки, букашки, таракашки, пауки и так далее, здесь этого вообще ничего нету. Здесь на лужайках, на лужайке прибегают зайчики, никого больше, по сути, из живности и птички. Больше живности никого нету. Маленькие ящерки, буквально прям малюсенькие встречаются. Вот, собственно, вот такой шикарный у нас бассейн. И что самое главное, что мы здесь просто купаемся практически всегда одни. В субботу, воскресеньем есть люди. Ну, люди это так. Может быть, придет там мамочка с ребенком, может быть, парочка какая-нибудь придет. А в целом бассейн полностью в нашем распоряжении, и это просто нереально круто. Сейчас пойдем покажем маленький бассейн, джакузи. Пошлите. Да, джакузи. Детки выбегают. Можно трубу взять. Пошли, Роберт. Трактор, самолет, обязательно все надо взять. Вот такой вот шикарный джакузи. Правда, сегодня выключили сами бульбушки. Там вот все включается. Водичка вообще как в ванне. Вообще супер. Тут, да. Тепленько, вообще все красиво, все цветет. Несмотря на то, что пустыня. И, ну, вообще супер. Вообще все супер. Вот такой у нас джакузи. Я рассказываю нашим подписчикам. Показываю Америку. О, хорошо. Ну, естественно, когда здесь включаются пузыри, здесь вообще просто супер классно. Сидеть, отдыхать. Детям нравится. Роберт, он любит трактор у нас здесь покатать. Платон любит здесь понырять. Одеть очки? Очки? Давай, одеваю. Сейчас покажу нашу гриль. И вот мы идем в зону барбекю. Здесь вообще классно. Можно сесть на диванчик.
компашкой, лежаки стоят. Можно просто под зонтиком посидеть. Это вот кухня на улице, назовем ее так. Дети идут тоже все показывать. То есть есть такие столики, можно прямо здесь что-то приготовить. Вернее, все, что приготовить, и можно покушать. Можно и просто вот, как бы сидя в бассейне, выйти, да, здесь что-то покушать, перекусить. Вот, собственно, барбекюшка такая. Ее чистят каждый день. Ну, как бы все не так страшно. Мы тоже приходим, все чистим. Вот, собственно, один из домов. Вот будет ночь. Будет ночь уже скоро, да. Вот мы вышли из бассейна и пошли домой. Ой. Пойдемте покажем тренажерный зал. Роберт, поворачивай. Сюда, сюда, сюда. Сюда, в эту сторону. Вот так вот. Мы вышли из бассейна. Это почтовые ящички. У бассейна есть душ на выходе. Можно ополоснуться. Роберт пошел. Пошли, Раби. Дальше пошли. Здесь есть водичка обязательно попить. И вот такой мини-тренажерный зал. Я думаю, он в каждом комплексе есть. Все тренажеры. Нет, мы не пойдем. Все тренажеры там есть на все группы мышц. Все всегда чистенько. Людей, как видите, вообще нету. Мы вовнутрь не пойдем. Все, идем домой. Идем домой. Пошлите. Это мусорка. Вот есть гаражи отдельно стоящие. Если есть желание, можно арендовать гараж. Один гараж стоит $100 в месяц. В принципе, как бы не так дорого. Как бы вот здесь тоже есть такие гаражи. В принципе, вот такие дома. Вот это просто однокомнатные, одноэтажные все дома. А вот мы видим дом с двухъярусной квартирой на втором этаже. Ну, довольно-таки интересно, необычно. Довольно-таки необычно. Как видите, все зелено, хотя мы находимся в пустыне. Вот, все красиво, вот так вот камушками все заделано, цветочки, машины стоят. Это бесплатная парковка. Это парковка у домов, у которых нету гаражей, то есть им выделено парковочное место. Это вот наш дом уже мы пришли, у нас двойной гараж. И вот мы заходим, пошлите, заходим. Заходим. Детки поехали. Вот так вот все прикольно. Мустанг поехал электрический. И вот мы подходим к дому. Дети опять подрались из-за самоката, у нас это постоянно бывает. Пошли, Роберт. Пойдем, Платон, дай ему самокат. Кстати, вот такие красивые цветочки здесь растут. Буду днем проходить, обязательно покажу, очень красиво. На, держи самокат. Это вот двери на второй этаж. И, собственно, вот наш дом. У каждого дома стоят кондиционеры. И вот он наш дом, наши апартменты. Вот мы пришли. Да, это лестница наверх тоже есть, на второй этаж. Так что вот так. Ждите теперь обзор квартиры. Всем пока-пока.